Ребят, всем привет! В эфир выходить вообще не хотела, настроение у меня стрёмное весь день было, а сейчас вообще супер классное, прекрасное, вот. Ну, реально классное. Так вот, что я хотела. У меня игра сегодня, первый день, 30 желаний за 66 дней. Я должна сделать по каждому желанию один маленький шаг и уделить ему 5 минут. И вот я дошла до 27 пункта, мне осталось 3 шага сделать для 3 желаний. И там написано «выходить в эфир почаще». Думаю, ну какой шаг я могу сделать здесь за 5 минут? Ну только нажать кнопку «выйти в эфир». Блин, вот как есть, вот просто в пижаме. И вот, короче, вот. Ребят! Я ржу от рынка, в халате, в тапках надо пойти. Ну, кстати, здесь на рынок реально, чтобы в Турции, чтобы вам денежку скинули, поменьше взяли, надо прибедниться. Мы сегодня с Леной, по-моему, по максималке просто потратились. С нас сдирали, ну, реально дохренище. Вот, ну, ладно. В принципе, все. 5 минут еще не закончилось. Да, ладно. 2 минуты с вами уже побыла. 3 минуты у меня еще есть. Мне надо вот взять и сделать, выйти в этот эфир. Хочу я или не хочу. Короче, у меня цель достичь моего желания постоянно выходить в эфиры. Это промежуточная цель. На 2 месяца, потому что по колесу, которое мы делали из всех сфер жизни, цель-то, конечно, другая, повыше, но по тому маленькому колесику надо выходить в эфиры, чтобы достичь другой цели. Так вот, читаю вот сейчас вот эти цели, 27 уже сделала, и думаю, ну, блин, какой шаг можно сделать, чтобы почаще выходить в эфир? Думать об этом смысла нет, надо брать и делать. Вот вышла и сделала. Всем спасибо, я довольна, я подняла себе настроение. Вот. Кто успеет задать мне один вопрос, я отвечу и пойду. Потому что мне еще нужно сделать... Это 27-е задание. 28-е, 29-е и 30-е. Еще 3 шага к исполнению желаний. И самые трудные остались. Перевести книгу на английский язык и на турецкий. Я начну, наверное, с турецкого, первую главу. Вот. Потом мне осталось задание какое сложное. Черновик, книгу... начать править и отправить в издательство, которую я новую написала. Тоже сделаю одну главу. И потом еще 3 задание у меня осталось, которое я не сделала. Из тех книг, которые у меня уже есть, коротких, но не изданных, дописать их и отправить в издательство. То есть получается... самые сейчас сложные будут задания. Вот, но я, блин, сделала 27. Как супер резко изменить жизнь в лучшую сторону? Действовать. Напишите списки желаний. Цели поставьте на каждое желание. Разбейте их на составляющие. Каждый день маленький шаг. 5 минут хотя бы уделите этому времени. Если вы этого не делаете, если вы не хотите для себя ничего делать, то и мир для вас ни хрена не сделает. Люди вам на блюдечке ничего не принесут, и мир вам не принесет, если вы сами не хотите для себя сделать хоть какой-то маленький шаг для реализации вашего желания. Просто хотя бы подумать о нем, составить план — это уже шаг. Хотите куда-то переехать, ну хотя бы посмотрите, какие города бы вас привлекли. Это тоже шаг. Любой фокус внимания на действиях любых, что бы вы ни делали, там, смотрели информацию, там, что-то читали об этом, узнавали, это уже шаги, понимаете? Но если вы не делаете, то, конечно, мана небесная не свалится на нас. Как понять, потянем ли с мужем кредит на квартиру? Блин, да никак. Живите пока в съемной, расписывайте цели,
задачи, делайте декомпозицию, сколько на квартиру надо денег, сколько надо зарабатывать, если брать ипотеку, там сколько надо времени ее отдавать, по каким суммам. Декомпозиция нам дает понятие, да, сколько вы зарабатываете, сколько мужу. Там может быть 10 тысяч нужно дополнительного дохода, да, чтобы вы комфортно могли отдавать за квартиру. Может быть 15. Где взять эти дополнительные 15 тысяч? Вот, сможем ли мы при своем доходе стабильно платить? Или у нас ненормированный доход? Если ненормированный, значит, нам нужно сделать его нормированным. То есть начинайте рассуждать от большой цели, на маленькие шажочки разбивая, и начинаете уже тогда понимать, да, что делать. А вот так вот с бухты-барахты, хватит ли нам денег, чтобы там взять квартиру в кредит? Пока не посчитаете же, никто не знает. Вот. Чё, всё? Вопросы закончились, я пошла. Спасибо. Главное, я вышла. Я молодец. Обязательно себя хвалите за каждый шажочек, что бы вы ни делали. У меня даже есть тема в заданиях правильно питаться. Да? Я сегодня специально пошла на рынок, купила всякие фрукты, овощи. Потом я заморозила воду. Талую, наконец-то, блин, то я забываю, потому что она восстанавливает структуру, вода становится, ну, намного лучше. Что еще? Замочила зелень, сейчас фрукты, овощи в перекиси водорода, пойду солью, 30 минут уже прошло, для того, чтобы все химические эти удобрения можно было убрать с нахимичной этой зелени. Вот, и кушать спокойно, не вредя своему телу. Вот. Короче, я все. Я выполнила, я молодец. И вот то, что я зелень помыла, я молодец. На рынок сходила, я молодец. Вот если вы тоже будете себя хвалить за каждый шаг, не обесценивая. А, кстати, пример. Лена, с которой я живу, девочка, она 2 недели пыталась начать работу сделать, презентацию. И каждый день она себя отговаривала. Она сегодня весь день потратила на эту презентацию. И я сейчас ей говорю, брось, пожалуйста, свою презентацию, ты весь день ее делаешь, с самого утра, вот как проснулась рано. Займись чем-то другим, у тебя уже мозги там, ну, закипели, а ты в игре еще 30 желаний не написала. Сегодня последний день, или мы тебя сейчас выкинем оттуда. Она встала и что, знаете, сделала? Лен! Хочешь прийти рассказать, что ты сделала в эфире? Пиши. Иди сюда, я тебя обниму. Что сделала Лена, когда она встала после того, как полдня или весь день потратила на задание? Встала и сказала, что так мало сделала. Она стала себя критиковать, она просто стала себя убивать и уничтожать. Она вот стояла здесь и чертыкалась, какая она плохая. Так мало сделала. Короче, я ей вставила пиздюлей, потому что она всю работу обесценила. Ну, то есть она как бы и так собиралась 2 недели. Но она, понимаете, она сделала этот шаг. Все, она эту энергию слила с первого шага. А могла бы взять эту энергию, похвалить себя, что она молодец. У нее были бы силы. Были бы там, что еще, вдохновение, да, делать дальше. И дальше бы это все пошло бы быстрее. Нет, я ей втык вовремя дала, вот, сапогом по голове настучала тапками. Вот, и у нее сейчас дела пойдут. То есть она вдохновленная сейчас напишет список желаний на игру, сядет и доделает презентацию, которую долго не могла сделать. Вот, потому что она себя уже похвалила, она молодец. Если вы себя критикуете, вы дальше не продвинетесь в достижении своих целей. Только благодарность. Это, наверное, главный фокус внимания, куда вы должны обращать. Так, я свою миссию выполнила, наконец-то ухожу. Ой, сколько всего написали. Подождите, не ухожу, дайте я быстренько прочитаю. Мы сами даем себе задание на марафоне, и Неля с нами проходит. Да-да-да, конечно, я эту игру для себя создавала, и мне нужны были единомышленники в поле, умножить нашу энергию и
все 30 желаний исполнить. Я там, у меня поездка в Дубай, в другие страны, свалить с этой Турции, короче, погулять везде, издать куча книг новых и старых, переиздать книжки на английский, турецкий, еще хотя бы на 5 языков, короче, все, которые у меня есть, книжки переделать. Ну и много желаний, которые я каждый день, год откладываю. Я наконец-то взяла эти 66 дней и хочу это сделать. Вот, для этого нужно давать себе по голове, хвалить за каждый шажочек и хотя бы 5 минут уделять этому времени. И вот сейчас посмотрим, как ребята со мной будут бежать. Это классный марафон. Вот, и сегодня у нас первый день. Так. Нелли, ты села за руль? Да у меня пока нет такого желания, вот честно, не хочу. Мне так хорошо, когда меня возят, и то я сейчас никуда пока не передвигаюсь, максимум это самолет, такси, и пока нормально. Так. Все, я дочитываю. Всем благодарна, что вы были со мной, выхожу. Не знаю, эфир надо сохранять, нет, вроде ничего такого в нем не было. Лен, сохранять? Эфир полезный? Не знаю. Что ты там такого сказала? Вроде ничего такого. Как перестать обесценивать себя? Ольга, вот как раз-таки задним числом читаю твой вопрос. Хвалить себя за каждый шаг. Ты молодец. Встала, почистила зубки, помыла голову. Какая ты молодец. Любишь себя, бережешь свое тело, там, хорошо выглядишь. Пошла себя там покормила, сервировала стол. И пока вы хвалите, у вас все, что вы делаете, делается красиво, делается быстро, делается продуктивно, можно так сказать. Да, вы получаете от этого энергию, ваша ценность растет, потому что вы себя цените. Когда вы себя цените, автоматом мир начинает вас ценить, вы везде востребованы, все вас хотят использовать, дать за это денежку, естественно, да, сразу работа прилетает, которую вы никак найти не можете, сразу клиенты начинают слетаться, потому что вы востребованы, но сначала нужно себе дать эту востребованность. А как ее дать, если вы критикуете себя каждый день? Неважно, как вы выглядите, вышли в эфир, пофиг, я вот не жду, что кто-то скажет, ой, какая сегодня красивая, или маску одела, блин, покритикует, потому что я вот счастлива, ни один не скажет. Ну, хотя, если скажет, мне будет пофигу, он там на себя в зеркало смотрит. Так, короче, полезные эфиры сохраняйте, ля-ля-ля, да-да-да. Какая была причина откладывания? У кого? У меня? У меня слишком дохренища дел просто в моей жизни. И я каждый день откладывала такие важные вещи, потому что занималась неважными, а из-за того, что фокуса внимания на списках не было. Мне бы уже давно надо было написать эти списки желаний, разделить их на важные и неважные, вот, и уже что-то начать делать. Ну и плюс я так расслабилась в Турции, вы просто не представляете, как тут классно ничего не делать. Смотреть мои любимые сериалы, встречаться с друзьями, ездить отдыхать, от работы я вообще отвыкла. Вот. Но деньги есть, как ни странно, всегда, потому что я кайфую, радуюсь. Но мне уже надоело кайфовать, радоваться от безделья. Вот. Я хочу что-то созидать. Вот. Я, конечно, созидаю, ну, потихонечку. Я хочу прям большими масштабами. Вот. Просто надоело отдыхать. Вот. Новый этап — начать работать у меня. И я чувствую, сейчас уйду в работу с головой на 20... Ой, на 20... На 2 месяца 66 дней. И выполню все свои желания. Все, ладно, сохраню тогда, раз просите. Пока-пока, целуем.